Для того, чтобы окончательно согласовать дагестано-чеченские границы, диалог между чеченскими и дагестанскими братьями должен строиться на нескольких уровнях. Первый уровень – это уровень стариков, которые помнят, где чьи могилы. Второй – это уровень историков, которые знают, как менялись границы двух республик на протяжении 20 века. И третий – это уровень руководства республик. Но при этом руководство республик должно быть укоренено в своей земле и память у своих предков помнить, какой ценой отстаивались и защищались эти земли. Со стороны Чечни мы видим такую элиту, укорененную в своей земле и в своей истории. Но со стороны Дагестана мы имеем Владимира Васильева, Артема Сдунова и Владимира Иванова. При всем их профессионализме это не люди, вскормленные дагестанской землей и дагестанской историей. Вся наша прежняя элита, какая бы она ни была, вскормленная нашей землей, зачищена под корень и отправлена в Лефортово. Но до того момента, пока вырастет новая дагестанская элита, взращенная нашей землей, пройдет еще много и много лет.